кстати, вообще... Задавайте. Сидят на скамейке три девушки. В руках мороженое. Одна сосет, другая лижет, третья кусает. Который из них замужем? Ты не татарка. Вот этот мальчик сейчас впервые будет такие слова слышать. Он еще и не брился. Что случилось? Пацаны, мы тоже поржать хотим. Люди деньги заплатили. Ну давайте, еще разок. На скамейке сидят три девушки. В руках у них мороженое. Одна кусает, вторая лижет, третья сосет. Кто из них замужем? Это очень плохая тройка для хоккея.